биткоин для борьбы с последствиями стихийных бедствий. Legambient – первая некоммерческая организация в Италии, и Helperbit – платформа для страхования на случай стихийных бедствий, объединили усилия в проект под названием «La Rinascita Hailcore Giovane». Цель проекта – принятие биткоина на оказание финансовой поддержки молодым предпринимателям, пострадавшим в ходе стихийного бедствия.